Салем, достар! Это Сюлютюб, казахский с Акынычем. Знаете, что такое сёс? Не знаете? Сейчас узнаете. Мы продолжаем изучать казахский язык, попутно уделяя внимание своему здоровью. Этот ролик будет больше полезен, наверное, медработникам, которые хотят изъясняться со своими пациентами на казахском языке. Айтпақшы, я тут записался на прием к врачу. Сейчас пойдем, там попрактикуем. Ал кеттік. Перед тем, как заходить к врачу, вспоминаем о правилах приличия. И прежде чем зайти, стучимся и спрашиваем. Сәлеметсізбе? Мен жазылғанмын. Я записывался. Кіруге бола ма? Можно войти? Кіре беріңіз. О, айтпақшы, мен қас келем. Қас. Вот сейчас доктор использовал очень классную конструкцию. Он не сказал мне «крыншы», «заходите». Он сказал «кре беріңізші», то есть «проходите», «продолжайте заходить». Для этой конструкции нам нужно два глагола – основной и вспомогательный – «бер». То есть к основному мы добавляем суффиксы «а», «е», «и». Например, «кру» – «кре», или «айту» – «айта», или «окы» – «оки». И тогда получается «кре бер» – «заходи», «продолжай заходить». «Кре беріңізші» в уважительной. Или «айта бер» – «говори, говори, продолжай». Например, вы с кем-то разговаривали, потом телефон, вы отвлеклись, и он замолчал. И вы такой «давай, давай, айта бер». Нет, туда, Турман, я слушаю. «Айта беріңізші». Или «оқи бер» – «читай, продолжай читать». «Оқи беріңізші». Вот такая конструкция очень хорошо используется. Ну, кеттік. Сначала доктор, скорее всего, задаст вам вполне ожидаемый вопрос. А вы что, кино снимаете, да? Не, ну там же баска вопрос был. Ну, в смысле, я хотел сказать, сізді не мазалап тұр. Что вас беспокоит? Вот, и здесь мы начинаем жаловаться, что же нас беспокоит, что болит. Аур – это тяжелый, угнетающий. Ауру – болеть. Аурептур – что-то болит в данный момент. Если периодически болит, то аурат. Ну и тут мы используем что? Подставляем нашу часть тела, которая беспокоит. Например, бас. Басом ауроптур. Голова болит. И вот здесь будет не лишним вспомнить, как называются части тела на казахском языке. Бас. Голова. Мандай. Лоб. Кулак. Ухо. Кас. Бровь. Кюз. Глаз. Мурн. Нос. Аос. Рот. Мойын. Шея. Иек. Плечо, төс, грудь, қарын, живот, шынтақ, локоть, саусақ, палец, білезік, кисть, қол, рука, аяқ, нога, тізе, колено, табан, ступня. Продолжаем наш прием у врача. Дальше доктор задаст ряд попутных вопросов. Қанша уақыт ауырады? Как долго болит? Қанша уақыт? Для ответа на этот вопрос вспоминаем нашу тему после логов. Помните? После лог бері. Например, кеше – это вчера, а кешеден бері – со вчерашнего дня. Кешеден бері – аурат. Или бір аптадан бері – аурат. Неделю как болит. Или үш күннен бері – аурат. Три дня как болит. Аха. Қанша уақытта жиі ауырады? Как часто болит у вас? Здесь ответом может быть үнемі, постоянно, күніне, ежедневно или анда-санда, иногда. Қашан ауру күшейді? Когда прям вот усиливается боль? Күш – это сила. Күшейді – усиливается. Усиливаться может тамақтан кейін, после еды или ближе к обеду. Тюске таман. Или ближе к вечеру. Кешке таман. Или перед сном. Юхтар алдында. Табетнес калай. Табетнес. Аппетит ваш как? О, табетым вообще у меня странный такой. Вот в нашей столовой, там автоган везде, табетым вообще это нашар. А вот сіздін мейрамханада, табетым вообще что? Все съел, даже корочки съел. Мейрамханада барлығының тәбеті күшті екен.
в нашей-то особенно. О, готовит. Так, зиянды, один тернес барма. Вредные привычки есть? Зиян – это вообще вред, убыток. Зиянда – вредный. Ну, если нет вредных привычек, так и говорим. Зиянда – один терм жок. А если есть, то честно перечисляем. Мен темека шегим, я курю. Или мен ишимдык шим, я выпиваю. Или мен смартфон мен көп уақытымды өткіземін. Много времени с смартфоном провожу. Так, еще такой вопрос. Дәрілерге аллергияңыз бар ма? В смысле? На врачей, что ли, аллергия? А как? Я ж не спрашиваю. Дәрігерлерге. Дәрі – это лекарство, а дәрігер – это врач. Врач. Понятно? Значит, дәрілерге. На лекарство аллергия есть? А, на лекарство? Не, на лекарство нет, жок, жок. Ну, я их вообще-то и не принимал никогда. Я же этот, как его, блин, сау адам могу. Я же здоровый человек. Ха, хазаргатан, да, дорогой мой? Сау адам, людям жок. Здоровых людей в наше время нет, нет. Ладно, говорим. В общем, я на алдымен для начала сыздан қатқысымызды тексерейк. Давление ваше померим. Кажется, у меня тут этот тонометр. О, давление прям как у космонавта. Гаршкер сияқты. Вот теперь пройдемся по некоторым указаниям, которые нам может дать врач. Так, аузыңызды ашыңыз. Рот откройте. Көйлегіңізді көтеріңіз. Рубашку поднимите. Демалыңыз, дышите. Терең демалыңыз, глубоко дышите. Демалмаңыз. Долго так можете, нет? Демалыңыз, дышите, дышите. Молодец. Ал енді тақтаға жатыңыз. На кушетку ложимся. Здесь, на кушетке, доктор может дать некоторые команды, как правильно лечь. Мысалы. Он жағыңызбен жатыңыз. Ложитесь на правый бок. Сол жағыңызбен жатыңыз. Ложитесь на левый бок. Ішіңізбен жатыңыз. Ложитесь на животик. Ал енді арқаңызбен жатыңыз. На спину ложимся. Ал енді аяғыңызды бүгіңіз. Ножки согните, да? Ал енді көрейік. Мына жеріңіз ауыра ма? Здесь болит? Ал мына жеріңіз ауыра ма? Жоқ. Жоқ? А вот так? Болит, да? Ауырады. Ладно. Тұрыңызшы. Встаем. И вот наступает заключительный этап посещения врача. Назначение. Дәріні қалай қабылдау керек? Как нужно принимать лекарства? И выписывая лекарства, доктора будет несколько вариантов. Масала. Так, значит, вот этот антиеринщектин, знаете, такое лекарство, его будете пить, принимать ашқарынға. Натощак, ашқарынға, так? Это тамақтануға дейін, вот это, до еды. Так? Это тамақтанудан кейін, после еды. Так? А это тамақ ішкен кезде, прям во время еды. Кушайте и пьете вот это. Так? Ага. И сондай-ақ сізге қан анализы тапсыру керек. Сдать анализ крови вам нужно. Где-то түрде обязательно. Общий. Вот. Ну и не забываем про сөз. Сөз. Білесіз бе? Но не сөз. Жоқ. Ну это как в русском зож, а здесь сөз. Ага. Фай сам придумал. Салауатты өмір салты. Здоровый образ жизни. Доктор, а вот у меня к вам вопрос такой. Чего вы больной приходите на работу, не лечитесь? Кто больной? Я больной. Это то, что я в нос говорю, думаешь, у меня нос заложен, да? Это простыл, да?
Просто у меня очки нос закрывают, я так говорю, так-то у меня нормальный голос, чего вы? А когда вот козелёрком вот этот, козелёрок, мурда, турган кезде, вот такой голос получается. Ух ты. Ну давайте, аман болыңыз. Всегда актуальное пожелание на любой праздник звучит коротко и ясно. День саулык, мықты болсын или зор болсын. А для этого өз-өзіңізді сақтаныңыз, салауатын өмір салтын ұстаныңыз, көбірек қозғалыңыз, дұрыс тамақтаныңыз и ходите в аптеку только за гематогеном. С вами был Акыныч, увидимся в новых роликах. Солютюб казахский с Акынычем. День саулығыңыз сіздің қолыңызда. Здоровье в ваших руках.